всегда нравились меня фильмы. Я их писала, ну, понимая, что это все-таки не галерейный, не картина полноценная. Но я знала цену тому, как делается, как пишется миниатюра. Это тоже художественное произведение. По срокам иногда некоторые сюжеты пишутся гораздо дольше, чем большой формат. Потому как, признаюсь честно, мне на большом формате писать легче. Это работа несколько похожая на работу ювелира где-то. И я подала идею, и наши художники и художницы откликнулись. И мы написали целую экспозицию миниатюрок. И представили в гостинице «Эрмитаж» нашу выставку миниатюр. Было очень много восторгов, всем нравилось. Даже скажу, что картины заказывали, такие миниатюры, были заказы. То есть художники уже писали под заказ. Ну, в общем-то, наши художницы, которые присутствуют здесь, понимают, о чем я говорю, да, потому что не каждая выставка проходит с таким успехом, как прошла наша первая. И тут же нам предложили повторить. И мы повторили. А сейчас мы сами решили, потому как зал небольшой, и мне кажется, очень уместно здесь смотрятся миниатюры, а не большие полотна. Во всяком случае, я за гармонию. Поэтому мне кажется, что неплохо. Кроме картин, они сами украшают это помещение, пространство. Спасибо, Светлана Ивановна, спасибо, Ирина. Я хочу отдельно спасибо.